На інформпорталі «Репортер», як завжди, ми з нашим експертом, доктором економічних наук Сергієм Якубовським, обговорюємо те, що відбувається на всіх фронтах, не тільки на передовій. Обговорюємо економіку, обговорюємо політику. Вітаю вас, Сергію Олексійовичу. Сьогодні хотів би більшу частину нашої розмови приділити саме таким навколо політичним, навколо економічним моментам. І по першу чергу цікавлять мене дії міжнародних інститутів, дії, вчинки, слова. І я ставлю таке провокативне питання: чи не на часі зараз переформатування всіх цих інститутів? Я маю на увазі Організацію Об'єднаних Націй, маю на увазі МАГАТЕ. На яких дивляться, від яких щось чекають, слів, ну не хоча б не слів, а вже дій, конкретних дій, рішучості. І ми нічого не бачимо. Ось організації столкнулися в 21-му сторіччі зі справжніми викликами. Війна в Європі, а цим багато коштовним організаціям, називаю їх, це я тільки два приклади привів, їм не вистачає рішучості, щоб взяти до своїх рук і щось вирішувати, приймати серйозне рішення. Ось ми бачили, як повело себе МАГАТЕ минулого тижня. Компанія все ж таки дісталася Запорізької АЕС, але не взяла ні міжнародних незалежних журналістів, ні українських журналістів. Покрутилося там 2 години, десь тиждень розробляли якесь комюніке, безхребетне, як на мій погляд, з очевидними речами. Яка нам, країні, яка потерпає від агресії, допомога від всіх цих міжнародних інститутів, в яких заливаються величезні кошти, і яких всі сприймають як за серйозні авторитети? Ну, я висловив свою точку зору. Якщо можете, Сергій Олексійович, опонуйте. Добрый день. Виталій, знаєте, завжди я з вами люблю общатися, тому що ви, ну, во-первых, завжди готуєтесь к інтерв'ю, во-вторых, от ви професіонал високого уровня, в всяком случае, в економіці і політиці точно. Ну, може, навіть ще і в спорті. Так що з вами завжди приємно общатися. Я не буду з вами спорити, тому що одна із причин війни в Україні – це якраз кризис міжнародних організацій. Организация Объединенных Наций, МАГАТЭ, ВОЗ – это те организации, которые были эффективны после Второй мировой войны. Вот действительно, закончилась Вторая мировая война, и образовали Организацию Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН. И в принципе, эта организация, она сыграла положительную роль на протяжении десятилетий, играла. Но мы увидели в начале, когда началась эпидемия COVID-19, да, как там Всемирная организация здравоохранения давала разные советы, и увидели, что, в общем-то, эта организация деградировала. Опять-таки, это часть институции ООН. Сейчас вы абсолютно правы, есть МАГАТЭ, есть в целом ООН. Но эти организации, они в большей степени потребляют финансовые ресурсы, чем приносят пользу. То есть эти организации, они деградировали, и сейчас вреда от них, на мой взгляд, больше, чем пользы. Вред заключается в том, что, во-первых, они собирают большие деньги. Во-вторых, эти организации не являются коррумпированными, но они являются блатными организациями. Знаете, блат и коррупция – это, в общем-то, разные вещи, хотя они близки. То есть там продвижение по службе во многом связано с поддержкой, в том числе с поддержкой тех стран, которые вносят большую долю в бюджет этих организаций. И тут я вот могу сказать про Россию, про другие организации, другие страны, которые в какой-то степени ориентируются на Россию, связаны с ней, это в первую очередь Китай, некоторые страны Латинской Америки, некоторые страны Африки,
И вообще, например, чтобы переизбраться генеральному секретарю ООН, да, ему нужно получить большинство голосов от всех стран. От всех стран, включая те, которые, ну, напрямую не поддерживают Украину в данной войне. Поэтому эффективность этих организаций низкая. Они стараются делать так, чтобы понравиться всем. Ну, в первую очередь, конечно, США, потому что они находятся в основном в США. И США, конечно, главный спонсор данных организаций. Но они не забывают о России, они не забывают о Китае. Поэтому вот мы много ждали от миссии МАГАТЭ. Но, скажу вам откровенно, лучше бы они не приезжали. Потому что, знаете, когда что-то ожидаешь, а потом видишь, что люди делают вид, что они чем-то озабочены, пишут какие-то доклады совершенно пустые, бесхребетные, как вы сказали, да, то есть, ну, скажите правду, вот, напишите правду, чтобы мы знали, что происходит на станции, потому что реально, ну, на мой взгляд, мало кто говорит правду. Вот я по первой специальности физик-теоретик, я представляю, что, я понимаю, что опасность есть, мы можем повторить судьбу не Чернобыля, да, слава богу, Чернобыль не пройдет в Запорожье. Но Фукусима, то, что произошло на японской станции, когда из-за землетрясения была обесточена станция, самая плохая обесточенная система охлаждения реакторов на Запорожской атомной станции, это вполне реальная ситуация. Понимаете? И когда реакторы, которые будут заглушены, конечно же, но в них будет продолжаться ядерная реакция, если они начнут нагреваться, и будет невозможно их охладить, то что будет дальше? Ну, можно, конечно, гадать, но это нехороший сценарий. И вот, по большому счету, никто ничего не делает для того, чтобы ситуацию кардинально изменить, потому что реально может пострадать и Украина, и другие страны, потому что рядом Днепр впадает в Черное море. Если, не дай бог, из-за разгерметизации реактора радиоактивная жидкость попадет в Днепр, а потом в Черное море, то, ну, многие страны пострадают. Но, к сожалению, вот эта бесхребетность международных организаций, она приводит к тому, что люди в других странах, вот им кажется, да, ну, МАГАТЭ, оставили двух людей на Запорожской станции. Ну, все, значит, под контролем, значит, был там директор, сам директор МАГАТЭ приехал, да, доклад написал. Значит, умные люди занимаются ситуацией, они контролируют. На самом деле они ничего не контролируют, их бесхребетность может привести к тяжелым последствиям. Это вот в частности про МАГАТЭ. То же самое касательно Организации Объединенных Наций. Понимаете, конфликт в России, в Украине, он разрастается, он становится все глубже и глубже. Видите, уже ядерный фактор задействован. К сожалению, у нашего врага есть еще ядерное оружие, термоядерное оружие. Понимаете, вот Соединенные Штаты, Европа делают вид, что как бы Путин хоть отчасти адекватный человек, и он не будет применять это оружие. Но, ну, у меня другая точка зрения. По-моему, Путин абсолютно неадекватный человек и сумасшедший. Его можно сравнить с диктаторами, которые уничтожали миллионы людей, то есть пока он не смог это сделать, но я не исключаю, что может быть и такой сценарий в его больной голове. А об этом не говорят, понимаете, то есть нужно говорить правду о том, что реально сейчас Украина находится в огромнейшей опасности. И нам надо помогать в этой ситуации. А вот это такие миссии, знаете, они просто вот делают вид, что в чем-то участвуют, но именно вот как я уже говорил, на мой взгляд, вреда от этого больше, чем пользы. Так, мені здавалося, що пан Грасі і пан Утєреш, коли приїздили до нашої країни, вони з точки зору теоретичної були явно не підготовлені, тому що було дивно в Одесі від пана Утєреша чути, все буде добре, що Україна може експортувати зерно до країн Африки, а Росія добрива. Навіщо нам в Одесі про це чути? Як це добре, що Росія може щось експортувати? Пан Утєреш. Країна РФ – це країна-агресор. Ми не повинні радіти за те, що у них там щось буде добре з експортом. Так і з паном Расі, який, можливо, не знав, що Росія – це окупант. І
потрібна місія була потрібна на Енергодарі саме вже з цією інформацією в голові, що ми приїжджаємо не до партнерів, а до агресорів і окупантів. А ви ведете розмову з Росатомом як з партнерами на рівних, це компаньйони, давайте, хлопці, тут обережно, щоб не вибухнуло нічого, ми поїхали поки. І мене це обурює, саме така позиція, саме така їх поведінка на українській землі. Я з вами согласен, вот ви привели слова генерального секретаря ООН. А вот пусть он скажет, вот, а результат какой вот этой зерновой сделки, понимаете? Вот я радовался этому, ну как, я думаю, что все почти в Одессе. Но оказалось, во-первых, сделка ограничена. Во-вторых, сейчас мы слышим о том, что, может быть, Россия выйдет из нее. Да, то есть реально это в большей степени был такой популистский ход, показать, что вот Организация Объединенных Наций что-то там сделала, на что-то может повлиять. Вот какие мы хорошие, да, какой непосредственно хороший генеральный секретарь. То есть здесь самореклама, но в реальности эта сделка не особо повлияла на ситуацию в экономике Украины. Не думаю, что ситуация с поставками зерна в беднейшие страны также улучшилась. Поэтому здесь больше популизма, чем реальные действия и полезные действия для Украины и для всего мира со стороны Организации Объединенных Наций. Пригадаємо ще вислів місяць тому компанії Amnesty International, яка вчила, як воювати українців, причому давала такі поради, основуючись лише на висловах там декількох там громадян в деяких областях, не в більшості, де пролягає лінія фронту. А так, ми поспілкувалися з 5-6 людьми, і ми робимо висновок. Теж організація отримує великі гранти, великі кошти. Пригадаємо ще раніше, як себе поводив Червоний Хрест, теж ну, поважна організація, але вона, по суті, супроводжувала наших людей, яких депортували, дорослих, дітей. У них було таке виправдання, ну ми за безпеку, за те, щоб людей подалі від вогню. А ви бачили, куди ви їх супроводжуєте? Це ж така фільтрація, депортація в такі регіони Російської Федерації, Московії, що я не знаю, чи це нормальне життя чи ні. Ви співучасники незаконних дій, але при цьому ви говорите, що ми евакуюємо. Ви не евакуюєте, ви депортуєте. Це великі різниці, як ми говорили колись в Одесі. Ну, ви ще привели, да, приклади нескольких організацій. Ну, в цілому, розумієте, в цілому міжнародні організації, вони, ну, возможно, есть исключения. Я не хочу про всех говорить, но подавляющее большинство, особенно те, которые работают в Украине, даже те, которые вот формально вроде как помогают нам, но на самом деле они работают на себя. Вот попросить бюджет этих организаций, посмотреть, на что они тратят деньги, вы увидите, огромная, большая часть, вот даже он, большая часть бюджета – это зарплата собственных сотрудников, которые потом делают вид, что они кому-то помогают, там как Красный Крест, там другие. Я считаю, что наверняка там есть порядочные люди, честные, да, в этих организациях. Но в целом это крайне неэффективные, я бы все-таки назвал даже больше коррупционные организации, которые наносят больший вред, потому что они делают вид. Вот это самое страшное, да, когда, например, врач делает вид, что он лечит, а на самом деле он не лечит, и человек умирает. То же самое те организации. Они якобы помогают там пленным украинским, помогает там депортированным, якобы помогает, понимаете, огромные деньги на это тратится, создается такая картинка, да, что ну, на самом деле там война в Украине, она как-то контролируется международной организацией, там гуманитарное право соблюдается где-то там, да, потому что эти организации, они для того, чтобы получать огромные деньги, они вот делают вид, что они приносят пользу, но на самом деле вреда значительно больше, и большая часть денег, которые они получают, они тратят на себя. И эффект крайне низкий, и даже вот они часто деформируют реальную ситуацию. В своих отчетах они излагают не то, что
есть, а то, что нужно показать для своих спонсоров, для тех, кто оплачивает их деятельность. То есть здесь, к сожалению, вред очень большой, и хорошо, что вы про это говорите, Виталий. Надо про это говорить, и, если честно, надо контролировать, как эти организации работают в Украине, насколько неэффективно работают. Надо требовать, да, отчеты, что вы сделали реально, куда вы потратили деньги, сколько вы положили себе в карман в качестве зарплаты, потому что вы такие добрые, приехали в Украину нам помогать. А кому вы действительно помогли? Потому что по отчетам выходит вообще, Украина – центр мира, все только нам помогают. А в реальности картина искаженная, и деньги тратятся внутри организации на то, чтобы эти организации существовали, и их сотрудники, особенно руководители, просто жили прекрасно в условиях, когда подавляющая часть народа Украины сейчас страдает из-за войны. Ще я пригадав організацію, ще одну місію пригадав. Місія ОБСЄ, яка, начебто, всі ці 8 років була на межі України, невизнаних псевдоорганізацій, псевдо, ну, терористичних організацій, і з одного боку там Російської Федерації. Я не розумів взагалі, навіщо ця організація, ця місія там була, якщо коли тільки ну, розпочиналось загострення. Вони тут же тікали. Яка була місія у цієї структури? Це миротворці такі лайтові? Чи це просто, щоб відзвітувати, потім якісь фоточки в Фейсбук, що ми на місці, ми не даємо там розгорнутися цьому конфлікту військовому, який все ж таки ми знаємо, що розпочалося 24 лютого. Тобто, це ще один такий приклад ну, неефективних дій, а дій лише там для соціальних мереж, для камер, для якихось звітів на багато-багато аркушів. Я с вами согласен. Но опять же таки, эти организации когда-то, возможно, были эффективны. Сейчас они переродились, потому что, знаете, надо смотреть, кто в них работает, как люди получают там места, как они продвигаются по службе, за что, что они сделали хорошего. И потом, когда будет понятно, кто в них работает, какая польза от них, то можно будет сказать про эти организации. Знаете, я в целом могу сказать, что я считаю, что многие виноваты в том, что началось 24 февраля. Помните, сколько людей там в Москву летало, Макрон летал, и другие, Шольц летал. И как-то вот я вот, честно говоря, был уверен, что вот 24 февраля, ну, ничего такого страшного не начнется, да? Потому что это люди не общались с Путиным, они потом общались с Зеленским. Они делали вид, что по большому счету ничего страшного не происходит, да? Ну, потом и сам президент подтвердил, что да, у него была информация, он все знал. Я так понимаю, что люди вокруг него все знали. А мы, простые украинцы, ну, слушали, да, того же президента Макрона, который ведет переговоры. О чем он договаривался с Путиным? Ну, что же это такое? Даже Лиза Трасс, которая сейчас премьер-министр Великобритании, будучи министром, летала в Москву, там, общалась с Лавровым. И они вот неизвестно чем занимались. И никто не сказал 24 февраля, простите, украинцы, мы вот делали вид, что мы там пытаемся что-то предотвратить. А что? Даже они не говорили до войны, что это война будет. Понимаете? И мы реально вот оказались в тяжелой ситуации. Особенно вот те регионы, которые оказались оккупированы там в первые дни. Понимаете? Если бы защитники Мариуполя знали, что 24 числа начнется война, они бы вышли, они бы не пустили агрессора, который, ну, в первые же дни, к сожалению, взял в осаду Мариуполь. То же самое в Херсоне. Да знали бы николаевцы, что русские пойдут из Крыма, пошли бы, эти мосты сами бы взорвали, понимаете? Мы на 6-м месяце войны только взорвали мосты, которые соединяют левую и правую часть. А что там Макрон делал? Почему он разговаривал с Путиным? Почему он не сказал украинцам, извините, Россия нападет из Крыма. Давайте, люди бы вышли еще раз, Херсон никогда бы не попал в руки России. Потому что вы знаете, особенно вот в Херсоне там антироссийское настроение. Да? Люди же не знали, туда заехали, понимаете, танки, знаете, там, на второй, третий день вообще все мосты остались целыми из Крыма в сторону Мариуполя и в сторону Херсона. Вот эти дипломаты к чему это привели, потому что да, ездят, да, разговаривают,
да, там, а на самом деле все знали, что будет война, а мы-то не знали, и поэтому, кстати, вот удалось им захватить Мариуполь и Херсон. Если бы мы знали, если бы наш президент сказал нам правду, то Мариуполь был бы украинским, и Азов бы вышел, он бы не был блокирован в Мариуполе, и я бы посмотрел, что бы там они сделали бы с русскими, которые шли бы на Мариуполь. Я думаю, что сделали бы то же самое, что с кораблем тем, понимаете? Потому что реально там люди умели воевать, и не попали бы они в плен, потому что их просто заблокировали, не были, понимаете, они не могли ничего сделать. Вот и все. Поэтому тут есть вопросы и к международным организациям, и к президентам, которые вот вели эти переговоры, а в результате мы оказались во многом, вот некоторые регионы, вот не готовым, и только поэтому их удалось захватить. Иначе бы не удалось России эти захватить ни Херсон, ни Мариуполь. Згоден з емоційною оцінкою вашою. Ну і робимо висновки такі, що єдиний такий більш-менш міжнародний інститут, який за часів війни і взагалі не втратив ще рівень довіри, це американська розвідка. Вона як прогнозує і які дає свої спостереження, так воно, на жаль, і відбувається. Їй ми ще довіряємо, тому що у американських розвідників, у них дані більш-менш правдиві, але ми не завжди на них можемо реагувати, не завжди на них реагували. Я, Сергій Олексійович, дякую за те, що ми обговорили саме питання міжнародних організацій. За кілька тижнів ми обов'язково з вами проведемо економічну розмову, економічний дайджест, але щоб сьогодні головна наша тема не там десь перемішалася з економічними новинами. Більш до осінніх холодів, я думаю, наша розмова з точки зору саме з питань економіки буде не менш актуальна. Так що готуйтеся, буде що обговорювати. А поки Да, що дякую. я с вами согласен. Ну, еще и английская разведка тоже. Вот я вам скажу честно, я когда вот хочу узнать, что происходит, я стараюсь читать вот CNN, да, которые напрямую могут получать данные из американской разведки, и еще вот там BBC тоже, ну, связанная с англичанами. И вот, к сожалению, вот откуда мы можем черпать информацию, но они не всегда нам говорят то, что есть. Но вот тут я с вами полностью согласен, что вот действительно относительно объективный источник. Почекати допомогу. Дякую, Сергію Олексійовичу. До наступних зустрічей. Готуємося до економічних підсумків сезону, тому що осінь розпочалася. Ближче до жовтня буде цікаво. Не знаю як, але буде цікаво.